Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата, и очередное видео, распаковка посылки от Watsons. Watsons, видите? Ну так вот, мои хорошие, я получила ее вчера, и я была очень занята, не дала мужу распаковать ее, и вот, наконец-то, сегодня мы вместе с вами распакуем и посмотрим, что я получила. И пару слов хочу добавить я про это Watsons. Ходила я, значит, форум здесь, где есть Watsons, заходила в магазин, как раз бы это было делать перед Черной пятницей. Черная пятница же так же. И думала, что там будут скидки. Никаких скидок я не заметила. Тот шампунь, который я увидела накануне в Watsons, 50% скидкой, там был полную цену. И также на другие товары. Я посмотрела, посмотрела и подумала, зачем я буду переплачивать сейчас, если можно что-то сэкономить. И так вот, я когда получила, сейчас хоть как конец года, пик, но посылка пришла через, я заказала в четверг, а она мне понедельник ее, вторник ее принесли. Потому что даже там сообщили, что немножко будет задерживаться карго. Ну так вот, мои хорошие, это очень выгодно. И тем, кто проживает в Турции, а также в других регионах и странах, где существует Watsons, я призываю вас пользоваться их услугами. Потому что, во-первых, я лежу спокойно на диване, сижу, телефон у меня переводит все, что на турецком, сразу же, автоматически. И я каждое средство рассматриваю подробно, для чего она, как она, какие отзывы. А в магазин заходишь, во-первых, переполнено все. Эти продавцы со своей помощью подсказывают не то, что надо. И самое главное, скидки. Ну что, переходим к распаковке посылочки. Так, ну что, мои хорошие, вот посылочка. Посмотрите мне, что я раскрыла ее. И мне что понравилось, тут видите, для того, чтобы не побилась, не разбилась, защитная такая, пакет такой защитный. Ну что, посмотрим, что тут ко мне пришло. Я буду доставать по одному. Так, значит, вот пришел шампунь для моего мужа. Поэтому он так ждал его и хотел открыть. Так, что я еще это заказывала? Вы думаете, я знаю? И это, кажется, кондиционер с кератином для моих волос. Волосы так сожгла я. Сама покрасилась недавно. Так, ой, сколько чего пришло, девчонки. Так, заказала я себе Neutrogena. Заказала вот такую сыворотку. Посмотрим, как она будет действовать. Смотрите, какая прелесть, красота. Ух ты, первый раз покупаю сыворотку. Смотрю, вот посмотрела многие каналы девчонок. Они все пользуются. Решила я такую заказать себе. Попользуюсь, посмотрю. Значит, что здесь написано. Сейчас я все прям поняла сразу с капсулами какими-то. В общем, сыворотка, короче. Вот такая вот сыворотка. Вот следующее, что я заказала. Neutrogena люблю очень. Гелевый крем для рук. Решила поменять я краску. И вот заказала в этот раз Шварцкопф. Цвет хотела поменять чуть-чуть. И я раньше это пользовалась этой краской. Надо все менять всегда. К одному привыкаешь, и это очень плохо. Ой, такую щетку зубную мой муж мягкую заказал. Цены я все расскажу. Вот будет написано выше. Смотрите, цены. Такая супер-пупер. Так, что тут еще есть? Ой, на дно даже положили. Представляете, такую защиту. Вы знаете, что я себе заказала, мои хорошие? Такое вот набор теней. Решила попробовать вот такие тени. Я раньше пользовалась в основном сиреневыми, этими серыми. А сейчас, правда же, красивая. Не знаю, посмотрю, как они будут на руке. Блин, представляете, блестят. Ой. О, сверкают. Супер.
Видите? Ну, я это попробую. В общем, наносится так более-менее. О, наносится классно. В общем, девчоночки, не мальчишки, попробую скажу. Кстати, вот эти тени раньше были, они недорогие, не дешевые. Сейчас 50% скидка или 60% скидка. Ну вот, попользуюсь, расскажу вам, как и что. Так, и следующее я накупила. Очень много, оказывается, лаков. Вы представляете? Разных одинаковых цветов. А, вот взяла вот такие лаки. Но это Ревлон. Это Ревлон. Лак. Видите? Такой взяла. А это... красный, такой бордовый, гелевый. Ну, скидки хорошие были, 50%. Почему не взять? Обновить надо свои лаки. Вот такой взяла, смотрите, Golden Rose, кажется, марка. Номер какой? Ну, написано Metallic. Так интересно. Сейчас у меня намазано. Мне, он понравился. На картиночке такую сделаю полосочку себе. Так, вот такой вот вышел. Красивый. Тоже со скидками, друзья мои, тоже. Видите, какой я придумала рисуночек. Так, и вот еще тоже со скидкой. Он был, кажется, не знаю, вот такой вот цвета. Хамелеон, я за ним долго охотилась. И наконец-то, эти лаки дорогие, по-моему, 25-30 лир. И вот сейчас скидка такая была, и я сразу схватила. Короче, смотрю на этих бьюти-блоги, и надо же учиться делать правильно макияж. Это вот на нижнюю часть бровей надо вот так вот мазать вот этим светлым карандашом. Решила тоже взять. В общем, моей новинки, у меня никогда не было такого карандаша, и не было вот... сыворотки. И вот взяла тушь. Тоже очень хорошая скидка. А какой? Дебураж. Дебураж. Вот взяла такую тушь. Посмотрим, какая у нее кисточка. Туши мало не бывает разные. Вот, вот такая вот кисточка. Намазать тоже. Намазала. Черная. В общем, вот такие вот у меня покупочки. Вот. Что я заказала в этот раз от Watsons. Рекомендую, пользуйтесь. Доставка отличная. Ничего не портится. Ну вот, друзья мои, подошла моя распаковка к концу. Вы сами видите, какие у меня товары. Я надеюсь, что они мне очень понравятся. Ну, мне очень интересно, как будет это действовать средство. Как это средство? Первый раз я пользуюсь в своей жизни. И вот этот карандаш тоже первый раз пользуюсь. Ну, сказали, вот здесь вот надо вот по нижнему этому красить. Попробуем. В общем, лаки у меня на Новый год. Есть новый лак. Но почему я купила два одинаковых, не пойму. Ну, пускай будет, как говорится. Много не бывает. Я все свои лаки потом отдаю дочери. Когда отвезла, у меня было около 50-70 штук. Ну, я когда поехала в Грузию, наверное, штук 40, наверное, отвезла ей. Мне так кажется, потому что у меня мало осталось, а надо их менять периодично. А она пускай попользуется, молодая. Мне куда там дома? Ну вот, мои тени. Ой, простите. Ну что, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка, и я буду постоянно эту рубрику продолжать создавать видео. Кто со мной не знаком, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, хорошие комментарии, плохие комментарии сейчас писать нельзя. Так вот, мои хорошие, пока-пока, с вами была Светлана Та. Подписывайтесь на мой канал, со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.